грустить с тобой, земля моя, и праздновать с тобой. И повод для радости у скитимцев есть. День народного единства отмечают в музыкальной школе. На сцену выходят творческие коллективы города. Взрослые дети дарят свое творчество. Концертные номера подбирали под стать празднику. Поэтому сегодня все о ней, о своей родине. Это патриотизм. В патриотизме же может быть и лирика тоже. Поэтому патриотический, лирический сегодня концерт будет. Можно сказать, он будет просто сегодня торжественный, праздничный, яркий, интересный. Два праздника в один день – церковный и исторически важный. Победа народного ополчения над польскими интервентами и Казанской иконы Божьей Матери. В годы Великой Отечественной войны самолет с ней на борту облетел окруженную нацистами Москву, и враг не смог захватить столицу. У нас больше 150 национальностей живет. Каждый со своей культурой, каждый со своими традициями, но их всех объединяет великая, могучая Россия. Мы уникальная страна, которая объединила эти национальности, которые живут в мире, добре, взаимопонимании и взаимоуважении. Сильная, потому что единая, и никак иначе, говорят, сегодня быть не должно.